киви подросло. Выглядит оно довольно-таки симпатично. Сейчас покажу весь куст. Посмотрите. Я ему установила металлический стержень. Он по нему пополз. И даже пополз дальше. Видите? И такое впечатление, что и этот горшок ему мал. Уже, конечно, можно целое ведро. Но сейчас посмотрю, как там чувствует себя корневая система. Выглядывают ли корни или нет. Если нет, то еще не будем пересаживать. Нет, еще не выглядывают. Но пересыхает грунт очень сильно. Вот так вот. 8 августа. Тут, я смотрю, покушение было на киви. Гусеница объела. Видите, как? Но в целом растение смотрится хорошо. 8 августа 2018 года. И вот смотрю на гранат. Выглядит он, в общем, неплохо. Но у него очень тонкие стебли. Как, впрочем, и у того граната, что посажен у меня в огороде. Белокрылки меньше. Очень я хочу, конечно, вообще избавиться. Но вот буду наблюдать. Вот так выглядит гранат, который растет у нас в саду. Это еще молодое растение. Оно у меня впервые перезимовало. Но вот это погибшие ветки. Видите, мне пришлось их укоротить. А он пошел в рост и дал много новых плетей. И также выпустил ростки и снизу. И те, что пошли снизу, пошли более основательные, более мощные. Вот так вот выглядит. В этом году он не цвел. Видимо, еще все-таки это растение молодое. А вот здесь у меня заросли инжира. Растение, что поменьше, выращено из семян. Хочу вам показать всю его мощь. Это вот одно растение. И за ним второе, тоже выращенное из семян. Я их не поливаю. Растут они довольно хорошо. Даже, я бы сказала, очень растут.